июля этого года молоко и молокосодержащие продукты продают по новым правилам. Все дело в том, что согласно новому постановлению, полученная молочка должна сопровождаться специальным указанием, содержится ли в продукте заменитель молочного жира. В торговых залах продукты с заменителем и без него должны размещаться отдельно. Соблюдение этого требования стало ключевым в ходе инспекции, которую провел министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Пассаженников в Звенигороде. Участники рейда по соблюдению законодательства на объектах потребительского рынка в Звенигороде посетили местный гипермаркет. Грубых нарушений здесь выявлено не было. Вся продукция без содержания заменителя молочного жира отмечена специальными синими полосами и знаками, а с заменителями выставлена на отдельный прилавок. Тем не менее, руководство магазина порекомендовали ярче обозначить место, в котором находится молочная продукция с содержанием заменителей. Сказали им, каким образом эти ценники должны выглядеть, вот, чтобы каждый житель Московской области, значит, понимал, какую продукцию он покупает. Продукцию растительного происхождения, либо животного. По итогам рейда в Звенигороде было выявлено немало проблем. Часть нарушений правил торговли будет исправлена в сжатые сроки. Для решения других понадобится время и контроль надзорных органов. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».